Своевременное проведение сельхозработ, подготовка к новому учебному году и отопить. Своевременное проведение сельхозработ, подготовка к новому учебному году и отопить. Своевременное проведение сельхозработ, подготовка к новому учебному году и отопить. Работ, подготовка к новому учебному году и отопить. Работ, подготовка к новому. Кабинет доврачебного приема, который несколько разгрузит напряженность врачей. В целом же население Чебоксарского района находит его привлекательным как для ведения бизнеса, так и для жизни. С населенных пунктов народ уезжал в город, а сейчас у нас в нашем поселении рост численности, также молодых семей очень много. Как раньше уже было, то, что большинство населения же выезжало за пределы Чувашии на заработок. Но так как поселение потихоньку есть, развивается сельское хозяйство, есть предприятия, которые открылись, и часть населения уже потихоньку ходит на работу уже на территории. Галина Титарчук, Расиль Мухаметов, Республика.